близится праздник Нового года, и вот хотел бы сделать маленький обзор бюджетной пиротехники. Что самое недорогое можно приобрести? Ну, начнем с застолья, значит. Вот такие фонтанчики. Вот, время работы недолго. Стоят они 140 рублей за 4 штучки. Ну, естественно, бенгальские огни тоже можно в момент застолья применить, пожечь. Стоимость их 29 рублей. Вот там штучек, наверное, 6 их. Дальше выходим на улицу. Корсар 6, по 6 штук в коробке. Самая лучшая, мощная петарда. 8-й корсар уже дорогой очень. Стоимость 6-го корсара 165 рублей за упаковку. 6 штук. Дальше фонтанчики. Вот такие фонтаны, Анютины глазки. Вася Василек. Эффект приблизительно одинаковый, цена приблизительно тоже. Длительность работы их там порядка 35 секунд. Не очень тяжелые. Вот. Ну, как развлечение вполне оригинальное. Анютины глазки 184 рубля стоит фонтан. Вася Василек 184 рубля. Одинаково они стоят. Есть вот такие фонтанчики. Они поменьше. По весу они приблизительно столько же весят, сколько и большие. И эффект у них такой же. И по времени они работают приблизительно столько. А цена гораздо ниже. Фонтан Чародей стоит 143 рубля. Те по 184, то эти, в общем-то, подешевле. Дальше пробуем запускать римские свечи. Здесь, значит, 5 выстрелов. Стрелы Купидона называются. 5 выстрелов. Но эффект приблизительно такой же, как у торта. У небольшого маленького торта. Стоят они 478 рублей. Но они того стоят. Ракеты Ястреб. И по сравнению с остальными ракетами, они, в общем-то, не очень дорого стоят. Ну, относительно недорого. Стоят они 430 рублей. За 4 ракеты, то есть по чуть больше 100 рублей за ракету. Ну и фестивальные шары, интересно подпускать будет. Они поштучно заряжаются, здесь 6 выстрелов, 1,5 дюйма приблизительно тоже. Ваня Станька стоит 311 рублей. 478 римская свеча и 311 рублей. Вот это самое, так сказать, бюджетное фейерверк, фестивальный шар на последний момент. Ну и на закуску вот такие летающие фейерверки. Они приблизительно в одну цену тоже. Называются «Солнечный цветок» и «Майский жук». «Майский жук» стоит 384 рубля. И «Солнечный цветок» 445 рублей. Вот здесь по 6 штук. Вот общая стоимость вот этого объема пиротехнических изделий 3633 рубля. И можно с помощью их устроить, ну, хороший такой небольшой фейерверк на праздник Нового года. Приобретал я их в интернет-магазине bach.ru. Ссылка на магазин в описании. Спасибо за внимание.